Еще раз всем привет, всем добрый вечер, всем здрасте, доброй субботы. Решил таки я взяться за PS1, уделил пару секунд времени этой платформе, чтобы выбрать какую-нибудь игру на сегодня. В голове всплыла одна из игр юности, когда у товарища временно появилась первая плойка, мы немножко поиграли вот в эту замечательную игру. Буквально, может быть, вечерок один, может быть, два вечера погамали, а потом Соня поддал. Вернее, брал его брат. Вообще ни при чем. Но он не забывал меня пригласить, когда у него возможность была. В общем, посмотрим, что это такое. Я вообще ее не помню. Так, все, я врубил. Доброго всем вечера еще раз. Поехали, посмотрим, что такое Джеки Чан. Стант мастер. Почему-то не данжен мастер, к сожалению. Так, поехали. Нажмите кнопку старт. Жму. Курьерская компания. И какой-то мужичок что-то свистнул из кузова машины. Вот какой-то квадратноголовый. Джеки. Это Джеки Чан, что ли, такой? Мне казалось, там лучшие модельки были. Здорово, Диманчик, здорово. Добрый вечер. You're loafing around at their cafe again, stuffing your face, oh! Don't worry, grandfather. I'm on my way. Вот они. Полигональные модельки PS1. Так, босс, короче, недоволен сейчас будет. Okay, boss, we're on to it. We'll get it and bring me the old man. Вообще ничего не слышно. Короче, какой-то негодяй сидит в каком-то небоскребе. А Джеки Чан после работки пошел в кафеху покушать. Причем это все рендер. Все не на игровом движке. Короче, его дедуля уехал. Судя по боксерским перчаткам, ему будут бить морду. Локации напоминают Duke Nukem Chinatown. Возможно, это и есть. Точнее, это Chinatown нью-йоркский. Какой насыщенный экшен сразу. Чего он говорит, Джеки? Чё, don't fall? И прямо вот с этого же кадра начнется игра сейчас. Нет, не начнется. Черный экран. А, загрузочка. Я без понятия. Чего мне от этой игры вообще ожидать? Нажмите старт. Для опций и карты памяти нажмем старт. Давайте сохранимся. Один блок памяти, да? Не вытаскивайте.
Капец, какую задержку он ногами бьет. Да и руками тоже. Да и прыгает он с задержкой какой-то. Ну это, видимо, обучение. Ладно, поехали, куда говорят. Чайна-таун. Это типа хаб-локация, что ли? Грейт? Тут типа прокачка еще какая-то была, что ли? Ничего себе. Нажмите кнопку захвата, чтобы открыть дверь. Окей. И была загрузка ради вот этих вот 10 секунд. Знаете, красиво выглядит. Как на стрелке. На стрелке я тоже могу ходить. All right. All right. В музоне крутой. Это какой-то гопник. Каутировал сразу же. Лежачего тут не бьют. Первый пошел. Вы, ребята, просто меня потрогали. Или что он сказал? На нолик заходить. Пойму, то ли это я говорю, то ли это оппоненты. Вот, прям как в метроиде прыжки от стен. Так вот, опа, опа, оп. Оп, оп. Так, оп. Не очень хорошо отталкивается. Наверняка просто можно перепрыгнуть вот так вот наверх. Очко. Чувак куда-то телепортировался просто. If you want me, you have to catch me. Наверное, это можно было скинуть на оппонента. Молоко спрайтовое. Так, понял, Джеки Чан разбивается. Падает с высоты не канон. Джеки Чан всегда приземляется без урона, как кот. Он не дамажится. Хочешь, я на одной ноге постою, ты мне погону отдашь. Как цапля, хочешь? Здорово, Дабкиллер, привет. Голыми руками, конечно, ты так... Движение прям реально его. В фильмах, особенно в ранних. Что так шевелюра у него происходит? Two hits. Звуки смачные. Что-то в флешке разобрался, да хана флешки. Сущий! А звук прям из Mortal Kombat какого-то, трилогия.
флешки хана. Я угробил картридер, я уже рассказывал, пытаюсь его помонтировать. Благо восстановил. Сегодня все заработало. Плюс еще кучу дров обновил. Так, придется снова флешки. И как мне нравится вот такая вот, как бы, закос под ретро. То есть как Mighty Final Fight какой-нибудь, только в 3D. Такие 3D, 2D декорации, 2.5D. Только тут еще ты бегаешь. Нет, тут не 2.5D, это настоящая 3D, но я имею в виду, что игра с видом сбоку, с камерой сбоку. Даже в померках 2020 года игра выглядит нормально, но с учетом, конечно же, фильтров, сглаживания. Гляньте на эту модель, никаких угловатостей почти, все как надо. Здорово, Шеган, привет. Помянем, да, Чайковского. Еще я в играх на первой плойке на басе. Так что прошу понять, простить. Эти Джеки Чан только что набрал, он никому не хочет навредить. И тут же метелит двоих чуваков. Да, тут просто, наверное, много кнопок будет, поэтому... Вот, пожалуй, первая плойка — это та консоль, которую я буду играть с геймпада. Но не все игры, опять же. Вот, например, Gradius, когда он будет все равно с клавы. Потому что мне неудобнее дожить с клавы. Мне все хорошо, постучу. Вот я помню эту игру как омега сложную. Мы с товарищем очень сильно бомбили, помирали. Hey, where are you going? А драконов ноль. Типа на этой локации ноль осталось? Я вот не поставил дрова на геймпад, хотя я пользуюсь им 2012 года. О, Найтмар, здорово, браток. Добрый вечер, у нас что-то новенькое сегодня. Так, я хотел... Это не считается за смерть. Я хотел проверить, что там за углом, там было что-нибудь? С сенсором проходил? То есть на телефоне, да? Нет, джой работает, вибрация не работает. А так? Нет, там явно что-то есть. Я хочу туда. Так, камера куда-то уехала. Так, куда? Вентилятор уже пора убирать, наверное. Не так жарко. Душновато, но не жарко. Ну да, 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 видимо так. Хотя как я дрова поставлю? У меня ж привод того. А, они на диске. В интернете искать? Ну, я, в принципе, без дров играю, мне нормально. Есть еще другой пад. Боксовый. Этот просто он выглядит так же, как... Может, тут как-то бежать надо? Дважды вперед там. Подождите, гейм-овер? Подождите, гейм-овер было. Тут можно умереть. Мне продали геймпад без дрейвера. Не, у меня CD к нему прилагался. Но я заморачиваться не стал, мне было лень, я его подключил. Мы как раз в тот же, в какой-то... Вот купили геймпад, чтобы играть на третьей плойке. И он, точнее, подождите, не-не-не, купили для ПК. Я как раз, по-моему, купил еще... Resident Evil 4 в магазине специально для него, хотя уже много раз его проходил. И все заработало. Подключили к третьей плойке, и офигели, и там работает, причем хорошо.
Я не понял, как от этого грузовика убегать. Какую кнопку тут зажать, чтобы бежать? Опа, что это я сделал? Вау! Ничего себе. Так, а перекат есть! А это блок? Тут... Стоп, я забыл про вот эти вот кнопки. О, вот эта походка мне нравится. Ну, Джеки красавчик вообще. Так и не замарафонил фильмы. Когда-то начал. И так и не закончил. Но я смотрел одни из ранних популярных, а надо вообще посмотреть все, даже крайне непопулярные. Выделить под это дело времечко. Хотя бы раз в пару дней по фильму смотреть. Ты знаешь, что это Джеки Чан, и ты все равно на него лезешь драться, ты поехавший. Ты бы еще на Чак Норриса напал. А, кстати, была такая история, про которую писали. На Чака Норриса напали где-то в Нью-Йорке, там, в подворотне. Сказали, ты типа только в кино дерешься. Нормально, так что гони бабло в дырь. В итоге там с переломанными конечностями их на скорую возили. My nuts! Джеки Чан же никогда не бил по шарам. Да. Ну, они, видимо, не знали, они смотрели только кино, что он только в кино был, понимаете? Это была одна из самых больших ошибок в жизни. Напоминает историю, как два там молодца в Америке залезли грабить дом, а оказалось, что они залезли в дом какого-то там агрессивного гея. Он их поймал, но полицию не стал вызывать. Угадайте, что он сфотографировал. Когда там еще к посту прилагались фотки лиц этих несчастных после освобождения. По-моему, они уже не хотят жить, судя по выражению их лиц. Причины дублеры были. Да куда ты, блин? Джеки Чан человек экономный, он просто решил экономить на дублёрах. В некоторых местах, знаете, на стике лучше не играть. If you want me, you Блин, как же вот это круто всё выглядит. Это вот 2D, 3D такое. В большей части. Так он делал все трюки сам, а не то, что в большей части. Вроде бы вообще все, что есть. Ой, зря я разбил. Ой, ящик придвинул. Ой, дурак. Хотя, может быть, тут еще будет. Куда ты кошешь все? Удары тут тыси совсем. Врагов реакция присутствует. Да, там дракон был, я вроде бы его даже не взял. Там
Паразитку 2 не надо было. Вот, вот не надо в Паразитку 2 вообще никогда играть. Если хочешь, Найтмар, сам попробуй. Восхитительная игра же. Alright, почти все собрал. Покушать-то. Попробуем блок освоить. Опа! Ничего себе, прикольно, прикольно. Вот и попробую. О, ну хорошо. Хотя можешь с первой начать, чтобы проникнуть с атмосферой. Прям как в Sonic Adventure. Где вы от грузовика убиваете. Дождусь крепления телефона на геймпад. Продолжаешь показывать, молодец. А я вот настолько приноровился, что прохожу Metroid ремейк на телефоне без всяких даже девайсов на сенсоре. Чувак мирно в сторонке стоял. Упал. А этот объект не выглядел, как будто он разрушался. Это какой-то ж... Okay, а там же... А еще какие-то золотые львы. А, наверное, сдают за все. Надо было пробежать до конца экрана проверить. Скорее всего, там был последний лев. Дракон, точнее. Ну, блин, облом, конечно. This way. Пробовал пару игр. Так там же еще геймпад нужен, который с этим. Или переходник на этот USB Type-C, да? То есть втыкаешь в геймпад-переходник и играешь. А вообще у меня есть геймпад плойки же. Я забываю про DualShock, что он у меня есть. Я ж могу как-нибудь, небось, какой-нибудь там. Хотя там есть Bluetooth, наверное, даже не надо ничего ставить. Хотя не, эмулятор какой-нибудь надо, наверное, там чего-нибудь, паддер. Во, слушайте. Так я могу вообще как царь играть. Тапать по кнопке удара часто, вот что я понял. Только было бы во что... Слушайте, надо реально эмулей накатить. Я любитель ретро. Нет ничего. А рыбу можно взять, рыбу драться? Я же знаю, что можно. О! Рыба! Не, кстати, хоть же Кичан нехороший лопат. Прикиньте, люди работают на кухне. Их все задолбало в край. Уже смена вот ночная пошла, знаете, уже устали чертовски. Тут внезапно вламывается какой-то чувак на кухню и начинает всех избивать.
Вау, по-моему, он что-то сломал. Пару игр, интересно, какие. Кстати, Nightmare, советую AM2R на мобилу поставить. Кстати, Symphony of the Night косла официально есть. Можно купить за 200 рублей даже. Это вообще за смешные деньги. Такой шедевр. И как я посмел не иметь такого шедевра у себя на телефоне, а? Слушай, прям как в Дюки-Нюки, но там тоже были туалеты, в них даже можно было зайти. Все, ребят, надо будет пройти этого Дюки-Нюки с видом сбоку, который Манхэттен Проджект. Надо будет. Мне эта игра прям очень нравится. Такие крутые секреты были, прям ух. У меня 120 свободно, но я уже забил примерно половину, надо будет почистить фото и видео. Ай! Стоп, там был секрет какой-то. Кстати, красиво получилось, как подкатился, я бы потом. К сожалению, да, все, наверху. А, стоп. Какое никак, мы же Джеки Чан. Ебой. Ой. А, ну вот тут можно. Блин, какая крутая тень, а. Визуал прямо в игры радует. Даже вот эти прыгающие линии первой плойки ничуть не раздражают, а наоборот. Ностальжи прям. Слушайте, походу никак, да, туда не залезешь. Все, пропустили дракошу одного. Камеру никак не покрутить. Раньше лезть. Как им понравился этот момент с грузовиком, что они еще раз его решили повторить. А у меня карты памяти вообще нет никакой. Интересно. Пока не нуждаюсь. Второй попытки на подбор этих призов не будет. Доллар мит. Слушайте, а враги тут тоже неплохо дерутся. Анимации красивые. Как я сделаю. Вау, вертуха в воздухе такая. Почему весь район на него напал? Фига отнимать.
Слушайте, это же этот Кенши из МК, смотрите, это Владин. Ты кто говорит? Тут эти негодяи говорят? Это кто из нас еще негодяй? Вот прикиньте, человек идет, во-первых, зашел в ресторан, все в морду там надел, вышел на улицу, потом просто месяц случайных прохожих. Чайна Тауна 3 уровня. Прям Дюк Нюкем ставил эпизод. Уровень 3 эпизода. Или сколько там было? Ну, пока не сложно. Наверняка тут будут хардкорные боссы какие-нибудь. For your own good, go home now. Иногда он прыгает на стену, когда этого не надо. Так, скорее всего, этого чувака надо завалить. Ух ты, тут еще смотрите, какие анимации. С палкой даже. Под каждое оружие, возможно, есть специально. Мне кажется, тут будет какой-то прям суперлютый платформер, который... от которого сгорит просто сад. Эту коробку, скорее всего, надо на плиту будет скинуть. Здесь выход. Значит, там есть вероятность, что что-то лежит. А я не могу на себя тащить, да? Вот есть там что-то внизу или нет? I hate barbecue. Сейчас мы узнали, что Джеки Чан не любит барбекю. Даже ненавидит. Барбекю и собственных кроссовок он имел. Тоже на попытку, смотрите, подобрать этот приз у вас еще одна попытка, не? То есть не надо было падать, офигеть, и что теперь? Надо заучивать, где что лежит. Хотя, погодите, так же можно. Я думал, может быть, кнопку зажать, когда проканает, но нет, к сожалению, не проканал. Они там машут. Мама. И при падении он даже ничуть хп не потерял. Этот сдох при падении. Так, можно окно выпилить. Нет, нельзя. Ну, гляньте, выглядит так, будто что-то там есть. Так, ну прыгаешь. Сейчас.
Сейчас меня отметили. Кстати, выбрать сложность тоже было нельзя. И сложновато прям. Мутузит больно. Так. Да, секрет сверху есть. Не стоило мне, наверное. Так, покушать. Вау, вау, неплохо. Так, выкатись оттуда, Все, загорелась лампочка. Вдвоем тут сидим, да, вдвоем сидим. Эх, что поделать. Нефиг стартовать в такое позднее время. Да блин, слушайте, это вообще реально? Жизнями побьют меня, убьют. Да реально, там же вон кусок бордюра отсутствовал. Кстати, ровно одна попытка на это. То есть если я сейчас упаду, то все. А, еще смотрите, два выхода. То есть можно вниз зайти в дверь, можно вверх. Вот это место я помню. Вот это место я помню, прикиньте. Хотя это было лет, наверное. Сколько? Какой это был год. Какой-нибудь 2002. Может даже раньше. Лет 18, получается 18 лет назад, что ли? С этими машинами я помню. Anyone know massage? Опять сейчас тачка. Как в Текине можно, кстати, насиловать воздух, месить. Точнее, враг будет каким-то неведомым образом подкидываться вверх. Какие хитрые упыри, а. Ой. Все окей.
Только куда теперь лампочка-то показывает, что сюда... А, нет, сюда можно. Я подумал, что-то, что она красная. Do you like fish? I'm getting too old for this. Кто ты old повис? Да ты совсем еще в расцвете сил, ты чё? Вопрос, гоп-оп. Опа, это жизнь, что ли? Ничего себе. Надеюсь, она не исчезнет сейчас. На реальной жизни. А еще у персонажа отсутствует тень почему-то. Что... Запутывает, ориентироваться тяжелее. Вот так приземлишься, куда ты прыгнешь. Ну залезь ты, ёлки-палки. Сюда и надо было. Давай палку лучше возьмем. Давай, давай, хватай ее, хватай. Хватай палку. На озвучке сэкономили. Снова я где-то одного пропустил. Так, я забыл снова про чайник. Момент. What's cooking? Yoo-hoo, over here. Так. Get out of my kitchen. Да, здорово, здорово, бегемот, так и есть. Это глупо.
Deliver this. Just the food, not what you're cooking in. Deliver this. What's cooking? О, мы нашли чит, смотрите. Он пытается подобрать эту кастрюлю, но его в результате получает люлей. Слушайте, вот это тактика. Супер имбовая. Но все равно нам сейчас наваляет. Нет, нет. Вот отстой, а. Дешейра, здорово. Добрый вечер. Нельзя вставать. Да-да-да-да-да. Стоять рядом с ним. Когда он встает. Потому что он с разворота как пропишет тебе по щам. Знаете, вот эту дверь как будто можно оторвать. Холодильника. Да ударь ты в его сторону, в лес. You came as service? А, там было покушать-то. Прям... I should clean this up. I'm done! Overdone! И сейчас на метле улетим, да, будем маневрировать по Нью-Йорку между башнями. Мне кажется, я игры перепутал. Теперь я понял. Вот это давалось 5 жизней. 6. То есть, если бы я сдох, мне бы пришлось все эти 3 уровня проходить заново. А может быть, под уровни, кто их знает. Ноль золотых драконов, к сожалению. Но тут дают уровни переигрывать, то есть ты можешь вернуться, по идее, пособирать драконов, может быть, даже дополнительные жизни пофармить. Так, поехали дальше, что у нас? What a problem. Юз, ну да, мы это уже читали. Что ж будет дальше в этой игре? Какие разнообразные локации нас ждут? Зачем я взял спасательный круг?
Избивать врагов спасательным кругом, это, конечно, сильно. Может быть, я его надеть должен? Не-не-не-не, стой. Ай-яй, почти получилось. Я думал, там вода внизу. Капец, Джеки Чан вообще всех избивает. Работяг. Не проверил я там. Кто в ресторане всех побил? Теперь в порту каком-то. Мешает просто людям работать. О, они грозятся полицию вызвать, прикинь. А так-то геймплей однообразен. Вроде как. Бесконечная долбежка по кнопкам. Хотя интерактивщик вроде... Побега от грузовиков, поездки на грузовиках присутствуют. Так, выходить можно из помещения. Давайте внизу пошаримся еще. Две двери. Покушать. Да, короче, круши все в своем пути. Еще и нелинейность присутствует. Что-то я скипнул в предыдущей комнате. Похоже, это был француз. Интересно, какого года эта игра? То есть из сюжета нам показали небольшой ролик. Синематик, который почему-то использовал модельки из игры. Угловатые. Так, просто залезь. Подкатись, наверное, да? Здорово, диванный. Оу, май гуднес. Это фотошоп. Джеки Чана невозможно ударить. Жесть, конечно. Так, тут что-то стрёмное. Мне кажется, это сразу смерть, если упадешь. Бездну черную. Ты совсем что ли? Во-во, я о том же. Ты что сделал, алло? Да, тут есть движение похожее на него. Сейчас попробую изобразить. Проходите, пожалуйста. Проходи, браток, проходи. Wow, this is my lucky day. Во, что-то похожее. Так, покушайте. Только не трогай сейчас. Явно мигранты какие-то понаехали. Вышли на акцент. Какой-то тетрис прям.
можете разрушить. Здорово, любитель, привет. У нас давно не было первой плойки. Я вот решил сыграть в что-нибудь с нее. Да? Нет, это издевательство какое-то. Ты прыгни на ящик. I've got to lie down. Не очень легко, да я уже вижу. Тем более, тут можно геймоверы словить. То есть тут и жизни конечные. Опа, железная дорога. Пытался оббежать его и схватить. А там вода в ней. Почему-то не упал. Симулятор избиения работяг какой-то. В игре с конечными жизнями они делают такие препятствия. Времени впритык. Нет, только не скидывайте. Ах! Да... Ты дурачок, что ли? Куда ты уехал? Это он так эффектно решил подняться с вертушкой и улетел. И сейчас с самого начала. От поезда убегать заново, да? Ладно, хоть сбивать этих чуваков не надо. Сломали, судя по звукам. Сюжетные ролики еще будут хоть какие-то. То есть, если в обычных играх мы спасаем какую-нибудь барышню или спасаем мир, то эта игра уникальна тем, что спасаешь дедушку. Где вы еще такое видите? Теперь вообще экипаж корабля избивает. А если бы у них рейс был, то что, что делать?
Ох. Forget it, your grandfather is long gone. Maybe we should talk about this. Конечно, нечестно, вдвоем, втроем на одного нападают. Ой, сейчас убьют. Надо жить, тут немножко осталось. Нет, не немножко. Теперь я точно труп. Здорово, Космо, здорово, браток. Добрый вечер. Ой, жестко, жестко. Просто какой-то эндуранс начался. Really? Вы серьезно? Фига этой игре ограниченной жизни еще после такого. Я думал, хотя бы с той же комнаты будешь начинать. This is the famous Shaky Chan. I'm a little disappointed. Oh! Wow! А ведь по факту тут вместо Джеки Чана мог быть кто угодно другой, ничего бы не поменялось. Типичная игра по лицензии. Получается, ну начинается. Наверное, под конец будет совсем жесткая жесть. Это только второй уровень, но уже местами подбешивает. Булщит здесь, но проходимый же. Это я с полными жизнями пришел. Здорово, Apple Jack. Здорово, браток. О, он сказал, будем друзьями. Тут друг... Они вызывают ментов, хотят быть друзьями. Они не хотят сражаться. Причем сбивает людей просто так. Причем флешку. Не-не-не, она плохо. Бей, бей ящик, нельзя неужели подвинуть? Не-не-не, да развернись ты, ё-моё. О, дружбу предлагают. Просто бесконечный какой-то спаун оппонентов. 15 ударов комбо. Я в ударе. Ну, карт-ридер хотя бы почини, вот уже хоть что-то. До сих пор удивляюсь, как программа по очистке флешек смогла уничтожить драйвера на карт-ридер в принципе. Пытаюсь ее почистить. О, нормально.
Let's be friends now. It's покушать time. Надеюсь, я не рано сделал. Катись, катись, с ним давай вот так вот баф. Катись. Апперкот. Подкат. Я сдох под конец. А чё две жизни? У меня шесть было, вы видели? Грейд А+. Наверное, за комбо большое дали. Я думал, тут какая-то прокачка чего-то есть. Мешаете удары руками и ногами для различных комбо. Кому не попал. Смело можешь оставлять призы на потом, потому что тебя хотя бы не выкинет из локации. Сейчас загорится лампочка, что тебе туда, а потом ты можешь выходить. Нет тут никаких секретов. Ну, поехали дальше. Oh my. Куча мест, куда тебя могут скинуть, и мгновенная смерть, считай. Okay. You win. По-моему, мы вдвоем его сейчас месили, и продолжаем месить. Что-то у нас в твоей команде, товарищ. Молодец. Кстати, дорога. Его. Только не стой спиной к яме. Ой. Хрена себе. Полегче. Вот так вот. Вот так вот просто и все. Взяли и отметелили меня, отмутузили. Обычных два противника. Все хп сняли. Ё-моё, ну как так? Потрясающе. Let's rumble.
made me laugh. Да куда ты его, вот туда вот. Ты с другой стороны так комбо не набьешь. Нойлс. Я скинул. Да, в принципе, так же. Как вот эти двое умудрились меня в прошлый раз заменить. А, ясно, ясно, вон как. Вот эти в паре работают, товарищи. Странно, тут два чувака с одной стороны, это ты труп считает. По незнанию сейчас пытался посражаться с такими, чуть не сдох еще раз. Большая кастрюля суши, походу, все хп восполняет. Что внизу мне страшно. Их, походу, не учили груз закреплять на корабле. Ощущение, что эта платформа сейчас отвалится. Красиво, красиво сделали, не спорю. Так, что в канистре в этой дырне ничего? Угловатый круг спасательный опасен, от него можно, наверное, можно порезать врагов в капусту. А еще использую оружие, я так понимаю. Ты не набьешь, ты сейчас сам упадешь, алло. Ты что творишь-то? А, тут стрёмно по ящикам даже, смотрите, прыгать, потому что... Вот-вот почему. Сзади пропасть. Как оригинально, видели? Почему? Вот это отстой, конечно. Двадцать три удара, ё-моё. Разбить, пытаться вот эту урну, можно вообще в яму упасть. Просто жесть. Я сейчас совершил большую ошибку. И вторую. Вот не идиот ли? Вот зачем делать прием в такой игре, вот с такими локациями, вот этот? Сколько раз я сдох из-за этого приема? Сколько людей подохло из-за того, что... Кнопка удара возле стены запускает вот такой вот... трюк.
сестру. If you did not spend all of your time in the cafe, your grandfather would be home. Don't hurt. What? I'm getting too old for this. Бочку нельзя отталкивать. Did you lose something, delivery boy? You guys can touch me. Хотя с другой стороны, вот так вот за два броска можно больше чувака выпилить. Не получишь, конечно, комбо удары. Получишь ранг А в конце, плюс. Другу он еще нужен, хотя сказал. Не послышалось слово на букву О, русское. Нани. Опять я мог сейчас от стены оттолкнуться и улететь в ту яму. Капец, лучше вот тут сверху стоять. Может, хватит уже их спавнить? Одни и те же враги бесконечно. Сдох повторить. И одна жизнь осталась. А что селект? Что я могу селект сделать? Не понял. Я могу сцену выбрать или что? Что они мне предлагают селект на входе в локацию? Что это дает? Басовая партия, ничего. И что мне нравится, знаете, то, что действие ночью все время идет. Ох уж эти загрузки с PS1. Вспоминаю, как у меня Quake и Doom грузился на четвертый, на самом первом компе. Это достаточно мощно. Чего? Вот, стой. Надо сейчас, знаете, даже конт дотратить до конца и посмотреть, куда меня отбросят, мне дадут продолжить. Или нет, или меня откинет на самое начало портовой зоны. У меня еще одна жизнь есть. I can't swim. Джеки Чан не умеет плавать, вранье, умеет он. Не канон игра, в общем.
Достаточно странно. Вот пошел платформинговый сегмент. Скорее всего, мы с товарищем не доходили до сюда. Для нас бы это было слишком сложно. Может быть, мы первый уровень там пытались пройти, нас постоянно убивали. Тяжело уже вспомнить. Опа, ничего себе, что тут есть, подождем. Очередная загрузка. Сейчас я выберу миссию, будет очередная загрузка. Там, смотрите, могли секрет положить за экраном. Но нет. Там еще был какой-то эскалатор вниз. Или эскалатор наверх. Впадлу проверять. Но там мог быть дракон. Я сейчас застрял об труп, об лежачий на полу. А музыка Shadow Warrior прям напоминает сейчас. Должна быть тень от ящика, а она есть. Кстати, от ящика тень есть, а от Джеки Чана тени нет. Оу, блин, это будет тяжело. Вцепиться за лестницу будет просто пипец как сложно. Может быть, прикатить вот эту вот фигню назад. Поможет. Можно между ящиками, кстати, вот так вот. Оп. Сейчас исполним. Давай. Оп. 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 Ну, практически то, что я и хотел сделать. Понимаете?
guys can touch. Maybe we should talk about it. Мгновенная смерть. Если не допрыгнул. Why is everyone standing around? После такого вряд ли ты вот так вот очухался, чувак. Ты мог очухаться где-нибудь в госпитале и все. Упасть спиной на металлический ящик. Так, 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 так. Ну вот! I'm seeing dark. Да, ну там же покушать было. Беги, беги. Ой. Как заново родился. Нет, все-таки она не восстанавливает все хп. Но все равно неплохо так подлатала. Со словами «я не хочу никого ранить», он влетел с ноги в лицо человеку. Как вот доверять после этого людям? Возможно, если бы у меня в детстве была вот эта вот игра на плойку, она бы мне очень нравилась. Кертвелл, здорово. А приземление надо было продумать заранее. Давно у нас тут плойки не было. С лета прошлого года, наверное, снялась была плойка. А жизнь лежит еще раз. О, боже! Игра жестоко наказывает. Просто жестоко. И, кстати, на этом уровне будет босс, так что мне нужны все мои жизни. Да, он самый, он самый. Ну нафиг эту жизнь. Я не знаю, как я в первый раз ее взял. Играл в нее, что скажешь? Просто кто сейчас не заглядывал, говорил, что игра, конечно, булщит. Так, можно туда, можно сюда. Давайте сюда. Обзор. И что ж там в обзоре сказали? Ты не пройдешь. Да, тут на тебя скидывают всех врагов сразу, и ты можешь с полным хп очень запросто умереть. То есть это типичный битэмап, только с изометрией. Битэмапы, как правило, не бывают особо длинными. Вот это было честно, да? Вот это было капец. Обидно. И вот так вот всю игру, я так полагаю. Они будут тебя этим мучить. Сколько жизней? Последняя. Короче, нафиг. Я беру вот эту жизнь.
Вы видели вот это, да? Вы это видели? Куда он прыгнул? Такой платформинг делать смертельный. В игре с управлением, где вот персонаж творит вообще, что ему вздумается. Вот этот уровень очень веселый. И это только второй уровень. И уже такая же пень. Интересно, сколько тут всего уровней? Хлебушка потратил на смайлы. Оу, е! Еще на один забыл. Есть же еще один. Совсем свеженький. Вот, если поставишь их по отдельности, то будут звуки воспроизводиться. Кроме ГГшки. На ГГшку я пока не поставил. Ну ты ж в курсе, да? А ну положь швабру, отдай мне. Но есть небольшая пауза на человека и на смайлик, так что кроме меня, у меня таких пауз нету. Да, неплохо, согласен. Когда просто смайлика недостаточно, нужно добавить, чтобы люди тратили баллы канала, не сабались. Чтобы не просто сабались, а еще использовали их. А то сидишь, голову ломаешь, чтобы добавить такого. Редко экстрим заходишь. Бывает. Бывает. Ничего не поделать. Но лучше редко, чем никогда. А, поступил таки. Готовься, у тебя еще есть. Конечно, пару деньков покайфовать, отдохнуть. Как следует. Силами запастись. И какую ж ты науку постигать собрался? На кого? Сни секрет. Вот тут сейчас будет сложный момент. Куча противников. Вот он говорит, давайте присядем и обсудим это. Зачем драться? Я полностью согласен. Ну ладно, можем мы быть друзьями? Да запросто. У меня была схожая специальность. У меня была монтаж на лавку, эксплуатация, а не строительство. Электрооборудование. Полагаю, технарь-строитель. Попробовать? Не, нафиг жизнь, не хочу ее убрать.
нафиг эту дополнительную жизнь. Надо. А там что может быть? Да блин, ну какая дичь! Его так заносит, и вы такие узенькие платформы делаете. Ну это ж отстой. Еще тут двигаешься в трех измерениях. Вот на этом игра и построена, я так полагаю. Дальше больше. Я стараюсь как могу не упасть. Right. Holding up the wall? Как я тут умудрился упасть? А, меня столкнул ящик. Да, согласен, прям капец продвигаюсь. Мильными шагами. Я вот что-то подумал, там маловато игр с первой-то плоечкой. В принципе, со SNES маловато. Полегче. А мои познания в играх на первой плойке не очень. Очень тяжело, как игроку, у которого не было плойки, подбирать игры. Рекорд ставишь? Сколько? Да нисколько! Вообще, на самом деле, нисколько не планирую. Нет никаких целей, никак там, 1000, 2000, 5000. Просто число растет само по себе. Да и ладно. А, обратно вернуться не дали, я понял. Я такой думаю, ща он проедет. Ну, отстой. Надо было подкат делать. Байтят они своими. И там, кстати, тоже надо было подкат сделать. Так, что-то как-то криво вебка стоит. В какую сторону мне двигать? Воу, так. В ближайшее время будет, кроме ретро-игр? Не знаю. Кроме ретро бывает инди. Ты инди-игры хотел увидеть или что-то другое? Трипл А современный какой-то. Новый формат. Интересно, что ты подразумеваешь под новым форматом? Просмотр аниме? Dance Dance Revolution? Прогулки по улицам города? This guy's serious. Катись. Так, бей. Ну ты ж отстой. Да делай ты вонючий подкат. Ты дурак, что ли? Дурной совсем. А что тут делать?
Как избежать вот этого его захвата? Это же, блин, дерьмо какое-то. Куда ты загреб? Короче, байтить его вот на вот этот удар надо. Иначе он тебя схватит. Ну. Hey, here's a message for your mom. Ooh, you are ugly. Yeah. Your grandpa shipped out. Bring it on, pretty boy. Ну какого хрена? You're out of your league. Okay, but only if you shave. Да, босс, честно говоря, отстой какой-то. Побей своим дрыном. Вот, пожалуйста, он перехватывает и все. Хоть ты стой, хоть падай. Okay, but only if you shave. Мне надо было брать хилки раньше времени. Здесь у меня еще есть жизни. Твою мать, ах ты урод. Еще два тиграми между... Да, я понял. Ну, у меня в планах... Вообще, вот все, что ты перечислил, это тоже уже ретро. Игры 2000-х, это ретро. Your grandpa shipped out. Bring it on, pretty boy. So you lost the package. So what? Okay, but only if you shave. А 2015 у меня не потянет. Тут за счет, конечно, эмулятора. За спину, да, можно встать. Метелить его, пока он поднимает свою жирную жопу. Босс лох. Будучи лежачим, я умудрился подобрать покушать. Потрясающе. Ну прям реально Duke Nukem. Чайнатаун, Нью-Йорк, канализация. Метро будет, интересно. А потом в космос отправимся. Только в Дюке сначала было метро, потом канализация вроде, в таком порядке. Good thing my nose is broken. Как и следует ожидать, здесь будет много мест, в которых будет смерть мгновенная. Эй. От ящика остается дубина, я только сейчас заметил. Может быть, конечно, это только сейчас. Какая вода красивая, вы гляньте. Блин, красиво вообще. Игра выглядит клево, мне нравится. Мне нравится. Вот, сейчас... вот теперь будем бомжей избивать каких-то. Я такое уже видел где-то. Игра контент называется. Ну вот, привет, привет. Да, графоний.
какой-то веке хорошей графонии. Шикарное 3D. Ясно. Нафиг этого дракона. Класс. Платформинг тут пипец. Поэтому я сразу забью на эти все медали, которые там есть. Может быть, за них открываются какие-то суперприемы. Может быть, дополнительные ништяки какие-то в виде портрет. Ой, свиней. Я помню их. Мы проходили с товарищем на двоих. Вроде бы. Если там была возможность проходить компанию на двоих. Вот я вот что-то помню, что мы мучились. Или... А, мы, короче... Там же у тебя раз несколько разных свиней, точно. Он играл за одну, я там за другую. И то ли у меня две было, у него две. Мы прошли. Помню, радовались тоже. Во, напомнил. Возьми эту ножку стула. Я каким-то сейчас чудом не упал. Wargames, Need for Speed, Porsche, Crash Bandicoot. Bandicoot картинг с оглы. Но, к сожалению, не было ни у кого ее. Но только в клубах компьютерных играли. Насчет Бэтмена на PS1. Никогда не видел Бэтмена на PS1. Я даже не знаю, что это. Это что-то хорошее? Или очередная кака? По лицензии. Я вот сейчас даже задумался. Бэтмен на PS1. Это не Бэтмен будущего, который, случайно? Избиение Джеки Чана, это ж классика. Блять, у меня вантус отобрал, гад. Ты за это умрешь, упырь. Покушать-то, Еще покушать. Good thing my nose is broken. Ты уже это говорил. Нет, только не вот это. Кирпичи, кирпич out. Кирпичи? Где кирпичи? Да, типа нос сломан, он не чувствует. You guys can't touch me. Хватит все гробастать, когда тебя не просят. Цапля сейчас постояла, почему-то неэффективно. Хорош. Эксит. Вот это накололи. Я же говорю, метро пойду. Красиво, однако. PS1 могёт, конечно. С учетом того, что я врагов с легкостью могу сбросить, точно так же они меня.
Twisted Metal — это гонки, да, типа рок-н-ролл рейсинга? Вроде бы да, да? На PS3, я помню, был какой-то Twisted Metal, но я не играл. На PS1, наверное, даже не играл. А может и видел. Пять игр Бэтмена, рели? Охренеть. Интересно, есть там хорошие? Я не вижу, кто запрыгивает. Так, бери. А, поезд остановился. Кажись. Что вот это вот такое? Кисть какая-то? А это топор, что ли? Хрена себе. Девчонки, паром орлы, смотрите. Пожарный. Так про NES в курсе, конечно, на NES там шедевры. Что? 8-битные. Нет, не убивай. Я не хочу это заново проходить. Ой, хорошо. Получи треногой по голове. На NES тоже три штуки. Бэтмен, Бэтмен Revenge of the Joker, Бэтмен Returns. Yes, agree. Pretty good. Дают золотого дракона за всех собранных драконов на уровне, и платинового, наверное, дадут за собранных всех. Короче, это для реиграбельства, вот этот экранчик с драконами, с рангом. То есть перепроходи, повышай ранг. Женис Motion Capture, ты тут? Oh, my aching head. Ау, здорово, Шеган, кстати, с ним здоровались. Не, что-то память подводит. Так автомат покушать не даст? А его можно подвинуть. Окей. А туда и надо. Игра мне нравится. И как выглядит. И несмотря на то, что прям реально однообразно. Нравятся локации. Прикольно по ним бегать. Ничего себе! Я случайно озвучивал не он себя в этой игре. Раз уж они пригласили для захвата движения, я думаю, было не лень пару фраз записать. А интересно, в Blade на PS1 тоже Wesley Snipes озвучивал или нет? Блин. Джеки Чан, конечно, молодчик. Сделал наше детство чуточку лучше своими фильмами. Пересматривали по много-много раз. Как минимум фильмов, наверное, 5 есть на видеокассете. Кто я, даже лицензионная. Но все равно перевод там гнусавый.
Как зацепиться за эту лестницу? Я чуть не уеду. Что я делаю не так? Хватайся за нее. Файтинги. Однако это почти. Вот. Однако это почти интересно. Я вот как раз подумал, вполне может быть в таком формате. Однако. Открытом мире нифига себе. Боже мой, что ж тут делать? Ощущение, что мне что-то мешает за эту лестницу ухватиться. В общем, надо будет просканить список игр на PS1 и выбрать что-нибудь хорошее еще. Что может меня теоретически заинтересовать. Это сложнее, чем кажется. Надо лестницу как-то отпрыгнуть, развернуться и ухватиться за нее. Платформа тут пипец. Да, вот, я про это и говорил. Batman Beyond. Я даже давно ее видел. И да, там был в Бэтмене будущего Джокер. Вернее, его последователь, поедешь. Там целая банда была Джокера. Джокеров таких. Я смотрел все это по ящику. И Бэтмена, и Бэтмен, где Робин мелкий был, и Бэтмен, где Робин постарше, и Бэтмен будущего, и Лигу справедливости. Чуть ли не два раза посмотрел все целиком. СТС показывает. В принципе, прикольно, смотрелось нормально. Причем Бэтмена олдового еще смотрел, где он один, рисовка старая, не знаю каких годов. По СТС раза два или три, наверное, крутили снова, с нуля, с самого начала. Да блин! Джеки, ну хватайся ты за нее. Он не допрыгивает. Может тут надо что сделать? Да, я видел, блин, эти новости. Откуда надо прыгать, чтобы ухватиться? Да блин. Просто возле нее нельзя ухватиться. Вот так это. Ну, наконец-то. Пожалуйста, больше так не делай. Я тебя прибью, если ты упал. Снова рельсы. Нет, ногой бить возле стены опасно. Происходит вот это. Даже развилка была. Фига себе. Тарелку покушать. Там жизнь. Так, ну я живу. Честно, откуда они там спрыгивают?
прям сквозь пол проваливаются какие-то маги иллюзионисты, да? Собирался, чтобы подбирать такое. Но это не выглядело супер сложным, поэтому я решил подобрать. Тут случайно аллигатора не будет никакого. Канализации уровни мне практически в любой игре нравятся. Правила атмосферные. Черный плащ на Денди вспоминаю. Хороший пример. Хорошего уровня. Так, эта бочка мне не нравится. Так, отойди, отойди, уйди. Я не успел отбежать. Да, показывали, показывали. Показывали, причем по второму каналу. Но я что-то как-то то ли не успевал на него и учился тогда, то ли... В общем, посмотрел совсем немного. Не хочу я выбирать эту пушку. Вот мне очень сильно Duke Nukem напоминает вот это все. Manhattan Project, хотя игры абсолютно разные. Начиная от жанра... Но локации те же, тот же Нью-Йорк, тот же Чайна-таун, те же канализации метро. Спать пора, да не за что, хороший проект. Спасибо, тебе спасибо за шоу. Будет времечко, заглядывай еще. Удачи на учебе. Кого вы удивили этой башкой там, скажите мне, там лежит. Этим лучше заниматься уже потом, когда игру прошло, собирать эти бошки, чтобы не думать о жизни. Стали воплой гигантской. Это еще... А нет, это второй уровень. Канализации. Вот это мне не нравится.
нафиг эти все призы. Do you mind? I'm in a hurry. Упасть можно во все стороны. Игра просто душит такими локациями. Они не прощают. Ну, это конец уровня. Фух. Мало морд собрал, мало комбо сделал, получи ранг С. Пофиг. Поехали дальше. И заключительный уровень канализационного этапа. Под ледяную струю пойти. А, ну да, ну да, ну да. Так, так, так. Блин, не увидел там дырку. Глянул как раз в этот момент в чат, думал, ровная дорога там будет. Там была яма. Окей. По стенке, может быть, можно пробежать немножко, а потом оттолкнуться. Где я могу попробовать? Я делал все. Все правильно. Но почему-то я всегда надо прыгнуть. На этом уровне будет босс. Теперь сантехников избиваем. Чан, короче, ненавидит все профессии. Именно поэтому он стал актером, мастером единоборств. Ящик не выпилить. Молочко. Ну, в разборках Бурон все молоко покупал, разве нет? Рано прыгнул, черт, зачем? Тупанул. Ящик, мне кажется, вот прям тайминг был идеальный для того, чтобы он выпал. Начал хоть отсюда же. Поторопился, торопиться не надо. Спешка нужна только при ловле блока.
Battle Toads пошел влево, вправо, влево, вправо. Коротенько, знаете, надо было больше такую секцию сделать. Целый уровень выделить вот таким поездкам. Кунг-фу is good. Шлон. Будешь проходить новый жаб? Шонин, здорово, привет. Новый жаб? Не, не думаю. По той простой причине, что я их никогда не куплю. Так, и что нажимать надо? Что нажимать надо? Там подкат надо было делать. Давайте. Эй, жизнь уехала. Жизнь проехала незаметно. Дополнительная жизнь. По-моему, эта секция уже была. Один в один. Нет, все нормально. Жизнь потеряла. У меня, кстати, нолик был. Джеки Чан, титановая голова, сбивает металлические перекладины башкой без вреда для здоровья. Вот эти уровни оригинальные. Как? Вы видели вот это вот, этот отстой? Это все вранье. Тут, кстати, можно жизнь на фарм. Можно три жизни взять и умереть. Но я не нарочно это сделал. А зачем тебе новые жабы, Шионис? Вопрос. А, да, это Сонька не ответил, сорян. Да? А я могу и не играя вердикт свой дать. Мне не нравится, как они выглядят. Ни как выглядит жаба, ни как выглядят противники. Мне не нравятся локации. Как битэмап, может быть, оно ок. Вышло бы оно с другим названием. Да ё-моё! Чё-то, гляньте, первый раз нормально проехал, а сейчас... Сейчас пошло. Только не надо геймовер, пожалуйста. Блин, все заново. Черт, это же большой уровень. О, сколько сейчас заново проходить? Блин. Была бы эта игра Crazy Toads какой-нибудь, да и черт бы с ним. С таким дизайном пускай идут нафиг, уважаемые разработчики. Кому нравится, пускай играют. Пускай ищут в ней хорошее. Пускай забивают на то, как она выглядит. Пускай играют. Пускай защищают. Даже если бы можно было бы забить на то, как они выглядят, все равно супер крутого я там ничего не видел. И прямо вот из-за чего стоит их играть. Может быть, потому что я не особо фанат битэмапов вообще.
так-то и в этот в Streets of Rage не поиграл еще. Даже в Fight and Rage не поиграл, который прям вот 20 лучших битэмап оверме. Да, я видел. Непонятно. Там даже миссия есть шмап. Ты летаешь и стреляешь. Продолжение сюжета какая-то дичь. Хотя, если так подумать, в оригинальных Battletoads'ах тоже была дичь счета. Если брать мультсериал в канон, я не знаю, канон или нет, в котором рассказывают, что жаба на самом деле это три пацана каких-то. Которых превратили в жаб непонятно зачем, и они, в принципе, ну, довольны. Да. Капка мимо проехала, обида. Первая попытка, дохожу далеко, потом все, фейл за фейлом. Хотя тут даже на вагоне есть. Да черт, ну вот стой же, а так мало времени дают на это. Он еще дебил не допрыгивает. Хотя я разгоняюсь. Цепляется за нее, получает этим ящиком по голове. Зачем столько много семафоров, светофоров висит? Я заранее прыгнул. Тут столько жизни можно по дороге нафармить. Я даже до первой доехать не могу, чтобы остаться в плюсе, ну, в ноль размениваться. Они же специально их тут накидали столько. Они же знали, что у людей будут тут.
блин, отстой. А, это же самый конец уровня. Это понял, тут жизни не пофармить. Там одна только вот эта вот осталась. В смысле, не конец уровня, а вот эта вот секция конечная, до которой я доходил и дух. Первые две жизни уже там позади. Нет теней от платформ, я не вижу, блин, где они, понять не могу. Во мудак, а? И не сдох же, падла. Это, наверное, была последняя жизнь. Да, блин, отстой, собачий. Нет теней от платформ. Может быть, эмулируется, но неправильно как-то. Потому что, блин, вслепую прыгаешь, считай. Где они там находятся? Сколько до них ехать? А тут это смерть сразу. Почему-то иногда он просто месит воздух вместо того, чтобы попадать. А вот противник, вот как сейчас. Всех троих подорвало. Какой же гигантский рейндж взрыва. Самое главное, что я взял жизнь. Остальное тоже. Даже если я сдохну, чтобы я остался в плюсе. Ну ты дурак, что ли? Ну куда ты вот прыгнул так? И откуда же я сейчас начну? Под каким-то наискосок он сиганул. Расстояние никакое, просто пролетел и сдох. Пожалуйста, вот сейчас вы видели наглядно.
вообще не видно, где вот эта платформа, через сколько надо прыжок нажимать. Должны быть тени. Это хорошее. Сколько ущерба нанес? Да. Есть же еще вот этот столб. Я решил просто на рандоме пролететь, не получилось. Надо было ждать. А потом поезд уедет. Издеваешься, что ли? Зачем ты вернулся назад? Почему ты не взял жизнь? Потому что ты ее взял и сдох, чем ты просто не взял. Класс, просто супер. Примерно вот так. Вот что я хотел. I'm seeing dark. А подожди этого столба, пока он проедет. Не торопись. Здесь торопись. Я дошел до чекпоинта. Хотя можно было сейчас вот сдохнуть, знаете, вот так вот все обе жизни пофармить. А вот и чекпоинт, вот он, вот он, вот он, вот он. Надо прям всю свою скорость продемонстрировать. Да черт, ну как, вот почему он не долетает? Почему он прыгает наискосок, вместо того, чтобы просто прыгнуть влево? Сколько жизней? Две. Фигово. Боксы кривые. Но я что-то новое смотрю. Ты идиот! For your own good. Go home now. Махал руками и свалился, придурочный.
Бери жизнь. Фига, чё вы хотите? Здорово, Редмонс. Твой реквест брик, ничего себе. Это совпадение. Прикольная игра, но, блин, пошла какая-то фигня тут. Жара пошла. А сколько тут уровней? У него просто такой возник. Это три уровня. Третий уровень это. На одной жизни тут можно быть. Она визуально вообще мне меня очень зашла. Так, вот это конец, наверное, сейчас поездка. Не, не конец, вижу чувака. Что вон? Покушать-то. И вон кусок, там спойлер. Там кусок локации видео. Из-за глюков. Ничего себе! Четыре зоны по три уровня. Слушайте, так это уже третья. Так что, мне ее сегодня целиком проходить, что ли? Нет, целиком, наверное, не стоит. Ну, а так получается, что я на завтра одну зону оставлю. Но, скорее всего, она будет сложная. И это будет оправдано. Бесячий уровень. Это Гжеж. Без понятия, кто там так. Я не смотрел. Четыре танкиста и собаку. Я не знаю, кто такой Гжеж. Не читал, не смотрел, не писал тоже. Может быть, не знаю. То есть, если это заключительный уровень третьего уровня, то, может быть, даже есть смысл сегодня попытаться пройти ее целиком. Я хотел вот уже в час спать. Редмонс, а ты можешь посмотреть на ютубе, сколько уровней? Четыре или нет? Или лучше оставить на завтра, реально? Не факт, что я опять же изи пройду, а завтра с новыми силами. Можно будет изи пошатать. Ну какой-то бонус должен быть. Но я не стал заморачиваться. Очень рискуешь ты, подбирая некоторые вот эти вот бошки драконов, они так подло висят. Моя цель просто игру пройти, посмотреть. Секция метро, конечно, прикольная, но под конец там реально жизнь какая-то пошла. Сам только не свались. Да, хорош размахивать. Smashing.
Ауч. О, Джиди, привет. Сосед затопил 4 часа водопад в реке еще. Пипец, спасибо за 2 битца. No! Hospital. И жизнь не взял и сдох. Класс. Сочувствую, Джинни, сочувствую. Я сам недавно почти 2 недели без воды сидел. Из-за того, что у соседей там потекло что-то. Крайне неприятная ситуация. В такие моменты понимаешь, как же хорошо с водой было. А ты понимаешь это только тогда, когда отключили. Не ценишь те моменты, когда она есть. Да если бы я даже свалился, ничего страшного не было. Была бы плюс одна жизнь. Вот сейчас, интересно, это глюки эмуляции или что? Просто я вижу, куда там дальше ехать. Это прикольно. Пять зон. Нет, тогда пройдем вот эту и на сегодня хватит. Потому что 2 я точно сегодня несу. Я вот так и думал, что 5 или 6. Возьми жизнь, блин. Тут нельзя вообще получать урон, это смерть мгновенно. Поезд уходит. Сочувствую, Джиди, это ужасно. Когда такое... Такая дичь происходит. Так и что, они дверь к нему выпилили или что? Или он не отклон дома вообще? Пускай перекрывает воду у себя, лишь он там уснул, в раковину набиралась. В ванну. Да твою мать, а! Ничего с такими людьми не делают. Так, кажись, я до чекпоинта доехал до нового. Законодательство. Я не знаю вообще законодательство. Куда их могут высадить. Так, вот он сложный этот участок. Вот опять, какого черта ты под углом прыгнул, идиот? Ну зачем? Я не нажимаю никаких углов.
Это бесит, что он прыгает под углом. В таких ситуациях понимаешь, что клава лучше, чем геймпад. Потому что там можно нажать кнопку без диагонали, нормально. Ты не допрыгнул, ты придурок, я уверен, что там конец уже. Вот почему ты не долетаешь? Идеальная же была попытка. Ну да, можно. А ведь еще босс будет. Примерно вот так. Вот как он сейчас не долетел, я не понимаю. Я прыгаю так же, как обычно. Это... Налево, заново. Ладно, сейчас пройдем. Как вот эту жизнь брать, я тоже не понял. За часик. Хотелось бы поменьше. А еще же босс там какой-то. Чуваков почему-то в прыжке нельзя бить. На табурет упал. Я отметелил его. Вот углы ударов выбираются просто как-то рандомно. Я вообще не в эту сторону. Ты стоишь, месишь воздух, а он вообще встает и тебя начинает. Да, заглубь платформинг, тут жопа. А вот на метро, на ездящих вагонах, так тем более. Все равно я не жалею, что я в эту игру сел играть. Оказывается, мы с товарищем не прошли даже первый мир, наверное. Потому что я помню эти стоянки, помню эти улицы. Помню... ремонт машин, там где они на таких платформах стоят. А вот второй уровень я, походу, уже не видел. Ну, у него Соника было совсем немного. Да, зашибись, конечно. Если проходил, конечно, круто, если у тебя в детстве была плойка. Вот я сразу хотел вот сюда залезть, их же не надо убивать. Да, изи. Правда, минус жизнь. А этой игры случайно не было на ПК? Крыши? Или уже
Да блин! Жизнь не взял, ну капец. Тут самое фиговое, что может этот уровень пройти. Какая тут легкая вот эта вот секция платформинга в сравнении с тем, что дальше будет. А на крышах, наверное, там вообще кайф. Скорее всего, я дохну в конце вот. Скорее всего. Тут поезд. Вот это вот какой-то хитбокс прям лютый. Вау, видали? То, что он меня ударил, меня спасло. Теперь этот упырь не сдох. А, так он уже прошел ее? Он уже прошел, я думал, она еще будет. Я что-то не помню, что он еще играл. А давно? Скорее всего, давно, потому что он... Реквесты у него сейчас медленно продвигаются совсем. В детстве, ну как в детстве, в юности, вот эту игру немножко я у товарищей поиграл. Все твои реквесты выпили, мои еще ни одного. Так уж этот рандом. Главное жизнь, блядь. Оставаться в плюсе, ну, не терять жизни. Что ж там на крыше будет? Интересно, мне даже прям... А крыша это последний уровень. Слушайте, как в Дюке. Дюк тоже на крыше начинался. Прям уровни один в один. Так, чувак, иди нахуй, пожалуйста. Вставай, вставай, вставай. Да умри ты уже, господи! Уже был момент, где можно было заскочить за жизнью, я просто спрыгнул, потому что испугался, что надо на скорости это делать. Там чувак, двое чуваков спрыгнуло и их переехало. Лол? Так и должно быть? Они спавнятся прямо на рельсе. Вы видели? Yeah. Рейтинг такой себе, конечно. Крышку зовут. Хорошо. Ну, сейчас мы босса завалим, тогда на сегодня все. Завтра продолжим. Анонс сделаю заранее. Изи. Не, ну сейчас босс еще, интересно какой. В принципе, тут тактика одна и та же. Ждешь, пока он ударит, подходишь со спины. What the? Welcome to my world, Jackie. Опа, тут два босса. Что, пьяный, что ли? Quit crowding around. You should take the special delivery.
package ain't in the sewer. You are. Так, они тоже. Нет. Ну как ты промазал? Нет, Джеки, живи. Его надо убить. Нет, 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 укатись, укатись. Да чё ты, ноу? Ну как ты сдох? Ну блин, ну были ж столько хилок. Может, блок надо успеть нажать? Это тебя спасет. Я вообще не пользовался всю игру. Какой-то он мне показался бесполезный. You don't know what you're up against. Еще и в этом холодильнике была хилка. В этом. Не трогай. Это на Новый год. You should stick to special delivery. You'll never get past me. Нет, блок не работает. Ну ты хорош. Отпусти ты ее. Вот что это за бред собачий сейчас был? Комбо на все хп. Не доджебельно, я ничего не могу сделать. Отойди ты от холодильника, вы встаете возле этих. Oh, my aching head. Somebody call an ambulance. Да хорош! Where's my pole? Ты встать не успеваешь, он тебя уже зажимает. Ну пускай он там тусит на сцене. Я с тобой разбираюсь. Take a dive for your grandpa, sucker! You want me to punch a crown? Don't make me laugh! Знаете, что лучше? Тут третий удар вообще не наносить, комбо не завершать. По крайней мере, на обычных врагах. Вот зачем я его сейчас прокину? My head hurts! Quit crowding around! А он жирный, зараза. Кстати, жаль, ты Редмонс не видел, как я карате, точнее, кунг-фу проходил. Это первая ЛГБТ-игра, там тоже мужики зажимали. Я скриншотов наделал даже. Дискорд покидал. Грей, мой первый мигрейн. Ну хилок-то да, с запасом кладут. Позаботились. Еще живой гад. Еще в холодильнике одна, еще. Не-не-не-не-не, на Дэнди, на Дэнди. Она же Спартан X. My head's spinning! My knees are wobbling! Quit joking around! Hey! Так. Делаем сейв. Перезаписываем. Successful. Ну, на сегодня, пожалуй, все. Я очень поздно стартовал, прям капец поздно, поэтому в живых никого уже не осталось, и дрыхнуть отправились. Сидим мы тут. Хотя нет, 14 человек было даже. В общем, ребят, спасибо большое, что смотрели. Просто поздно уже. Лучше давайте завтра пораньше стартанем и добьем игру. Я думаю, что добьем. Много веселого нас ждет, судя. Потому что... Здорово, Сейфер, ну мы уже закругляемся. Опоздал ты на игру с плойки. Завтра продолжим, так что если вдруг ты ее играл или видел, или
интересно, но хоть немножко можешь заглянуть к нам пораньше. Еще раз всем большое спасибо, спокойной ночи и приятных снов. До завтра.